некоторые религии такой рецепт предлагают. Ну, типа, просто ничего не делай, просто ничем не являйся, просто ничего не переживай и просто ничем не обладай. Если внимательно посмотреть на религии, там, на философию аскезы, на философию всяких там практик, таких практик дофига, просто это не те практики, которые нужны современным людям. Вот и все. Может быть, когда-то в прошлом действительно там важно было просто получить этот опыт и все. То есть роли были настолько простые, настолько все было легко, что люди, получив этот опыт, просто уходили от этого мира. Ну, вот так. На самом деле, как бы у каждого человека есть выбор. Быть в этом или не быть в этом, да. Быть, делать, иметь, или не быть, не делать и не иметь.